Сейчас будет дополнение к стриму по причине того, что стрим у нас случился катастрофой. А привела к этому непосредственно погода. На самом-то деле я проанализировал все, что мог. Привела погода, потому что были пробросы вертикальные, одномоментные с 2000 плюс скорости вертикальной до минус 2,5. А из-за этого случился оверстресс. Значит, я хотел записать полет по новой и сделать заход с Киева, но не получилось. А припар вылетел уже практически перед самым снижением, поэтому я сделал просто петлю над Пулково, и сейчас мы идем на Бамат, снижаясь на 15 тысяч с петли. Вот, сейчас покажу. Вот, видите, с петли. То есть, по сути, мы заходили вот этим легом, и у нас заход будет через Санкт-Петербург, потом по кольцу, вот радиал 73, и вот здесь вот вернемся. То есть FMC у меня простроил маршрут правильно, потому что если выбрать правильно departure, вы можете выбрать точку перехода Санкт-Петербург, и у вас простроит вот этот вот кусочек, которого у нас не было во время стрима. Вот, соответственно, мы сейчас выйдем, давайте мы сделаем на Бамант напрямую. Сейчас выйдем вот таким образом, чтобы нам петлю не строил. А мы пошли в снижение. Так, единственное, что я забыл, вот стандартное. Мы идем стандартное, у нас переключение на 3000. На стандартная высота перехода, transition altitude у нас 3.40. Высота входа в глиссаду у нас 2.40. Курс посадочный 276. Заходим мы на полосу 28 правую по ELS. Стараться будем в автоленде. Погода у нас не способствует визуально сильно посадке. У нас внизу дождик и грозы. Ну, примерно все как было, только немножко успокоилось спустя 3 часа. Как я уже сказал, проблема была именно в погоде. Почему-то неправильно потянул погоду, и из того, что мы смотрели, когда планировали, совершенно другая погода была, грозы и никакой не clear, так сказать, да. Так, вор у нас настроен 113.4, вот мы видим, у нас до вора 31 миля, считайте. Вор 1 это у нас 111.3, это наша ELS. Частота ELS 111.3, все правильно, 28 правой. Так, ну вот этот вот момент мы помним, когда мы снижаемся меньше 10 тысяч. В принципе, здесь для вас будет знакомое после поворота над Бамадом. Бамад, правильно я сказал. Что еще здесь у нас? Так, больше пока ничего. Просто ждем, пока мы сделаем доворот. Вот мы уже начали делать доворот. Снижаемся по чуть-чуть со скоростью 800. Нас сейчас вертикально не так колбасит. Единственное, что я еще сделал, не утренний полет, а сделал для красоты вечернее. То есть погода у меня все равно реальная тянется. Вон, видите, грозы. Real time, а время в Симе я сделал вечер. Так можно сделать, чтобы у вас независимо было время, то, которое вы устанавливаете в Симе сами, а погода, чтобы у вас была реальная. Думаю, будет красиво. Это чисто approach в RF, not select. Так, initial, мы заходить будем 40, как и планировали. Скорость 141, wind cross, correlation 0.5. Окей, хорошо. Где наши леги? Пока мы идем на Санкт-Петербург сейчас на высоте от 5 до 8 тысяч. Вот. MCP altitude я здесь поставил 5000. То есть мы должны пройти ее на высоте. Мне легче снизиться до минимальной высоты, чтобы потом на петле сильно не терять по высоте, а идти практически на одной и той же высоте, снижаясь до 2.40. Так, здесь у нас что получается? Что он не сильно снижается, но в принципе у нас здесь все окей. 243. Top of descent у нас мы, естественно, уже прошли. Вот, и где мы там снижаемся? Арка наша, вот он начинает нас снижать для того, чтобы пройти Питер на 5000 and above.
или 8 НБЛО. Видите, он говорит, что вы ниже. То есть мы должны снижаться, и наш самолет начинает снижаться. Так. Чек-лист достану свой. Descent. Landing altitude. Landing altitude 50. Выставлена. Автобрейк. Автобрейк. Двойка у нас мокрая полоса. Не знаю. Посмотрим. Я думаю, что все будет нормально. Landing data. ВРФ у нас есть. Выставлена. И барометрическая, точнее радиовысота 200 принятия решения для захода по категории 3 выставлена. Approach briefing complete. На 3000, так, не забыть перекрести стандартное давление на давление аэропорта, что арка так высоко, достаточно сильно, я вот не знаю, пройдет он на 5000, сколько у нас там получается здесь, это 10-15 миль. До 8, до 5000, но должен снизиться на самом-то деле. Ой, не то нажал. Должен снизиться. 9 прошли. Выпускаем. Не выпускаем, просто зажигаем фары. Landing lights. Вот снаружи это выглядит таким образом. Крыльевые. Таран-таран-таран. Давайте посмотрим там. Все пока в норме. Все в норме, окей. Еще раз смотрю схему. Да, по заходу категория 3А у нас 200 радиовысота. Деспач ночевого. Почему? Давайте мы автобрейк, этот самый, спойлеры выпустим. Давайте сделаем тебя в принудилову. Валидент. Вот не хочет он. Давай тогда мы тебя сделаем, что принудительно, пожалуйста, 5000. И, дорогой мой, опускайся, да спачи ночевого. Да что ж с тобой будет такое? Почему ты не хочешь снижаться, как положено? 9000, главное, что ему должен ниже 8 был пройти. Ну ладно. Скорость 240, на заходе трек inbound 0.73, точнее это outbound, на Санкт-Петербург 10, вот дальность, точка на удалении по треку 0.73, от Санкт-Петербурга точка 10, вот она сделана. В этой точке я должен быть на скорости 225, на высоте 3.287. Сделаем на высоте 3000. Четко. И скорость 225, пускай будет, меня тоже устраивало. Деспача ночевого. Да что ж тебе не нравится? Почему? Скорость 240, 8 мы проходим, то есть мы проходим Санкт-Петербург ниже 8, это окей, как и планировалось. Не больше 8, в всяком случае. Так, вон у нас... Уже земля видна кое-где. Облачка у нас меняются туда-сюда. Все отлично. Идем. Вот у нас стремление будет. Мы ниже 8000. Вот наши полосы. Вот левая, вот правая. Вот мы на правую будем заходить. Сейчас мы плавненько довернем. Вот мы довернем на курс 0.73. Уходящий от СПБ маяка. Мы делаем доворот. Под нами на самом деле, но мы не увидим, наверное, под нами аэродром. Так, 3, так, 7, надо снизиться до 3. У меня есть подозрение, что надо его переводить в ручной режим и говорить принудительно level change на скорости 220, чтобы он это выдержал, потому что я чувствую, что он это не выдержит. Почему-то очень небольшая скорость снижения, я не совсем понимаю почему.
Level change 5000 на 3000. Вот так. Будь добр, пожалуйста, снизься. А то что-то он очень туго. Так, еще раз. Level change. Давай спускайся, ну, зараза. Сейчас принудительно поставлю тебе. Не хочешь? Так, ладно. Вертикальная скорость снижения 1400. Пожалуйста, снижайся до 3, потому что мы очень быстро двигаемся. Опускаем закрылки на единичку. Скорость у нас пытается расти. До 1800 ускорим снижение. Ну вот, что-то похожее на правду. Здесь я должен вообще быть на 2000 на самом деле. Поэтому давайте на самом деле мы опустимся до 2 сразу. Но все равно пойдет плавный поворот выполнять. Наша высота входа в глиссаду 2.040. Видимость у нас более-менее окей. Гроза у нас впереди, сзади, надеюсь, у нас все спокойно. Скорость, высота 5000 мы только прошли. Несмотря на то, что спойлеры у нас выпущены, вообще PMDG плохо как-то спускается. Уже не первый раз я это замечаю. Реализация снижения в нем какая-то странная. При этом скорость он все равно ни хрена не держит. Что есть спойлеры, что нет спойлеров, ему все одно. Он начал мигать скоростью. Вот он очень странный. Мы пока делаем разворот. Warlock лазер мы не включаем. Пока еще рановато. Со скоростью у него проблемы всегда. На снижении. Это катастрофа. 3000. Мы переключаем стандартное давление на давление по аэропорту. Выпускаем посадочные огни. Вот. И здесь докручивает нас. И вот теперь мы переключаем режим на Warp и включаем Warlock лазер. Вот теперь мы смотрим. Докручиваем. Вот маркер глиссады 1. Вот он, ромбик. Но он пока еще не закрашенный. То есть это значит, что мы еще глиссаду толком не поймали. Наконец-то начал спускать скорость. Вот пополз у нас маркер Warlock лазера. То есть нас выравнивает на полосу. Вон полоса впереди, я вижу, во всяком случае, огни одной из полос. Не знаю, 28 это левая или правая, но тем не менее я вижу огни. Я думаю, что это наша, вот следующая. Так, теперь у нас мы переходим в систему Approach. Вот у нас маркер, видите, глиссады чуть выше. И начал сползать вниз. То есть мы начинаем сейчас идти ниже. Ну, мы сейчас идем ниже глиссады. Глиссада над нами, но она потихоньку уменьшается. Вот наша действительно полоса. Approach я включаю только тогда, когда маркер глиссады закрашенный, начнет быть в центре, подходить к центру. То есть мы начинаем тенденцию к снижению, включаем approach. Вот single channel, и он нас повез в глиссаду. Теперь включаю command второй автопилот, второй комплект автопилота, для того, чтобы совершить автоленд. Вот такая конфигурация у нас должна быть. При этом мы выпускаем шасси и выпускаем закрылки по ходу уменьшения скорости. Скорость у нас должна быть 140 на заходе. Точнее, посадочная, значит, 160, и по мере уменьшения 200,
15-е, закрылки 40-е у нас будут. Какая собака трафик сюда пустила, если она на заходе. Маркеры нам говорят о том, что мы на глиссаде по горизонтали и по вертикали. Уходи, трафик, уходи. Трафик, да, я знаю, что трафик. И там вон трафик заходит с той стороны, хотя я взлетал туда, опять же, почему он поменял. Я на глиссаде, и он на глиссаде, да зараза, хоть ты убирай этот трафик совершенно. Непонятно, как он по ветру трафик дает, но да хрен с ним. Ну, столкнемся 160 и 25-30-40. Вот наша посадочная конфигурация. Видите, как мы летим, какой ветер? Как он может садиться вот против этого ветра, если мы аж вообще носом боком идем? Ну, это для меня очень странно. При этом он меня завел на то, чтобы я взлетал вперед, вот с этой полосы вперед просто. Эти на трафик уходят сюда, этот посадочник сюда, но очень странно. И кто из нас? Он, зараза, не уйдет на второй круг. Не, он себе садится. Ты посмотри на него. Ну и фары у него, он, я вижу. Но он сел. Минимум с принятия решения, это зараза села, мы должны уходить на второй круг. Я принципиально не буду уходить на второй круг, потому что он меня задолбал уже этот ATC. Я точно так же сажусь, естественно, знаю, что у нас сейчас будет бабах. Но меня это мало волнует, мне было интересно показать заход посадки. Вот он делает ретард. И вот у нас посадка. И вот мы включаем реверс. Включаем реверс. Смотрите, а что это такое? Это... Что это за дым такой непонятный? Так. Реверс выключаем. Мы спокойненько себе сели. И пошел он нахрен тот трафик. Потому что он меня реально уже задолбал. Рулим. Включаем. Убираем лендинг лайты, включаем такси лайты и рулим себе. Это за ними... Ага, это ветер такой, и это он с мокрой полосы сдувает воду. Ни хрена себе. Ну и как он с этого ветра сажал... крафты туда. Ты посмотри, как ветер сносит. Офигеть просто. Первый раз такое вижу. Это дымный след, это что-то ошибки с эффектами. Это слишком много, такого не бывает, чтобы так, такая вода стояла. Долго. Долго след за ним должен держаться. Так. Мы чуть притормаживаем, потому что здесь у нас скользко. За нами, я так понимаю, такой же шлейф, да? Не, нифига, за нами шлейфа нету. Мы вообще отличаемся от них всех. Полностью. Убираем закрылки и рулим на стояночку. Автопилот выключаем. Автоленд он свой сделал. Ну, блин, капец. Почему за мной следа нету? Следа нету или следа? Нет, следа. А за ним есть. Что-то как-то странно. Так, мы порулим к терминалам. Немножко притормозить, потому что очень... Очень скользко. Вот. И, наверное, по этой рулежке я не совсем знаю, не совсем знаком с портом. Наверное, сейчас мы посмотрим. Так, зеленые там идут. Да, наверное, все-таки сюда. Все правильно. Начинаем заруливать. Я туда зарулил или не на ту? Будем считать, что на ту. К
пожалуйста, Мария, уйдите из глаз. Так, ну вот как-то так и рулим. Я чувствую, что это я зарулил все-таки не на ту. Это в сторону стоянок без рукавов. Да, ну да ладно. Я аэропорт не знаю, поэтому давайте здесь вот сейчас зарулим сюда. Тут вот трапы стоят. Мы сейчас сюда вот на этот красненький квадратик, красивенький, и зарулим. Вот как бы нам больше никто не маякует, мы останавливаемся, я думаю, что даже правильно. О, смотрите, мы даже идеально зарулили. Да, нормально. Так, паркинг-брейк на самом деле надо было еще стробы выключить. Вот. Ну, тем не менее. Тем не менее, ВПУ запускать не будем. Мы просто выключим двигатели. Вот. Чтобы пассажиры могли вылазить. А питаться мы будем от батареи пока временно. На этом, в принципе, все. Вот то, что я хотел, чтобы мы увидели заход именно в Пулково на 28-ю правую. Сим как-то странно себя очень ведет. Особенно трафик какой-то странный. У него четко указан ветер, который должен быть, и полосы рабочие, но при этом он все равно как-то это... делает очень странно. Ладно, всем пока, с вами был Game Dragon, сильно строго не судите, это вот такой вот был эксперимент. Всем пока, увидимся.